Еще раз хочу подчеркнуть, никто не хочет не просто войны, а даже обострения ситуации каких-то конфликтов. Нам это не надо ни русским, ни белорусам, ни россиянам, ни белорусам. Наверное, вы, люди, посвященные в проблематику, увидите, что это уже не зависит даже и от наших соседей, в том числе от Украины. От кого зависит нагнетание напряженности на наших границах, вам также очевидно. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, к сожалению, способного затянуть как воронку практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность, и уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающиеся логике разумному разъяснению поведения руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненные желания пройтись по самому краю.